Сотрудники Несвежского завода медпрепаратов подозреваются в хищении. Бракованную продукцию родного завода они продавали за наличку. Доход от одной сделки составлял, как правило, более 700 рублей. Несколько месяцев понадобилось оперативникам службы БЭП, чтобы задержать махинаторов с поличным. Возбуждено уголовное дело. В УВД области говорят, что в хищении замешаны трое. Это два руководителя цеха завода и работник склада. Медпредприятие в Несвеже занимается производством не только медикаментов. Здесь выпускают пластмассовые емкости для их хранения. Иногда в рабочем процессе бывают сбои, и часть контейнеров выходит с конвейера бракованными. Неликвид не уничтожают, его продают в качестве неиспользованного сырья. В этот процесс и внесли свои коррективы подозреваемые. Путем их нехитрых действий с цифрами на складе образовывался излишек, который и реализовывали уже за наличный расчет. Как рассказали в милиции, брак вот уже несколько лет отгружали на одно из предприятий Минской области, с которым у завода сложились устойчивые связи. Часть продукции поставлялась с оформлением необходимых документов, а за неучтенку с махинаторами расплачивались наличными. Известно, что работали по серой схеме махинаторы около года.